Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Forza Motorsport на канале. Продолжаем играть. У нас один заезд остался. У нас Suzuka. 5 трасса, да? Ну окей, окей. Так, давай быстрое действие. Как обычно, автоматически. А нифига не автоматически, мы же в прошлом ролике с тобой поставили возможность выбора шин. Поэтому мы все очки спустили на шину, короче. Ну ничего страшного. Сейчас, я думаю, нормально все будет. Прокатимся. Тренировочку потреним. У нас борьба. Борьба у нас там. С кем? Сейчас посмотрим. Я уже забыл. Ну, блин, Suzuka в дождь, понимаешь? Я же говорю, Suzuka, сука. Раз Suzuka уникальна тем, что имеет форму восьмерки. После того, как преодолеете мост, вас ждет зона резкого торможения перед шпилькой. Так, топливо нам. Давай-ка на... На 6 кругов 35%. Мягкие, нормальные. Наверное, влага, да? Давай попробуем потренить на влаге пока, короче. Я просто не могу понять, идет ли дождь или нет. Начать практику. Вроде бы идет дождь. Еще и темно. Подожди, а чё так темно? Фары где мои? Нет, влагу, наверное, я зря поставил. Просто туман. Блять, выключился второй монитор, собака. Так, давай тренировку заново начнем. Вот я что-то прям теперь засомневался во влажности-то, блин. The relatively old asphalt sections here at Suzuka should provide some solid traction for the intense lateral G-loads you'll feel through its 18 corners. Он все-таки настаивает на нормальных, да? Мы на мягких поедем. Блин, ну я ни хрена не вижу. Блин, казалось бы, просто изменилось, ну, скажем так, день-ночь. Я ни хрена теперь не ориентируюсь на этой трассе.
Я вообще просто не могу понять, где я еду. Мне кажется, будет мне тяжело на этой трассе удержать лидерство, блин. Хреновенько прошел. Чуть не размотала. Вроде светлее, да, начинает. И даже солнышко появляться. Полторы секундочки внизу. Я проскользил по этой шпильке, блин. Не шпильке, по шикане. Капец. Ну, все равно секундочку привез. Ладно, давай, погнали в гонку. Я хрен его знает. Давай, блин, ну давай шестого. Не хочу я. Хотя вроде патч же был вчера или позавчера. Там что-то говорят, рейтинг заработал, но это для сети. Короче, там еще что-то вроде как поисправляли. Ну я не хрен его знаю. Блин, я... А вон топливо шины, блин, еще есть. Так, че, кто у нас? Мы с Супрой, да, вот с этой заборолись. Точно, да-да-да, девчонка тут какая-то за рулем. Правин 0602. Так, давай смотрим. Мы пойдем на мягких. 35 у нас топливо. Все, поехали. Сколько кругов?
бляха, муха. Ёб твою мать! Не, не пойдет, давай заново. Так не пойдет, короче. Если я приду вторым, то, по-моему, я лидерство удержу. Но вот третьим мне уже, по-моему, нельзя приходить. Я сейчас не помню точно. Ладно, блин, поехали. Также шестого места. Блин, на мягких шинах вроде надеешься на них, и держака нету. Я, кстати, при старте еще нажанул, я там не переключился вовремя, и я потерял позиции. Блять, это что, безопасное возвращение? Ну что это за хуйня, ну блять? Ну какого хера? Ладно, все, извини. Последний раз перезапускаю. Ну просто, ну блин, ну этот, ну серьезно. Точнее, это вообще не серьезно, блядь. Как он так возвращается на трассу? Я стараюсь никого не трогать. Я их, блядь, не задеваю. Нет, этот урод вообще... Ну, там тебя носит как это, как... Как коров, блин, по льду. Ты возвращаешься при этом на трассу. Мне еще и штраф дали. Ну то есть он меня долбит, штраф дают мне. Все, они поехали. Я хрен их догоню. Может быть, за счет резины догоняют, хрен его знает. Они идут, по-моему, на нормальные. Да не по-моему, а на нормальные, да, там показывали в начале гонки, на какой резине он идет.
Ну дайте мне еще штраф. Такое ощущение, что резина не работает, жопу таскает, блин. А передний привод жопу таскает. На второй вообще разгоняться не хочет. Надо первую подтыкать, чтобы разгонялся. Следующий будет там показательный заезд. По-моему, да, что-то вроде как Lexus там нарисован. А мне интересно, по какой трассе. Блин, помню про эту, блядь, шикану, и все равно начинаю поздно тормозить. Неправильно зашел в поворот, траектория херовая была. Блин, тебе не кажется темновато? Сука, стой. А, блин, а здесь, по-моему, даже настроек яркости даже, по-моему, нету, блин. Да, это же надо во время гонки делать, конечно. Блин, ну вообще, конечно, Ниссанчик мне этот понравился, я тебе скажу.
Да, нормальная тачка, даже вот часто что там там развернула, там, да, блин, это моя вина. Нормально машина ведется, ей приятно управлять. Не могу сказать, что, блин. Вот про Mercedes могу, про BMW тоже могу. Потому что с ними я намучился, блин. Нет, вот это нормальная тачечка. Я бы по лиману хотел бы прокатиться, допустим, какой-нибудь, да, показательный, блин, заезд. Там, где важна скорость. Ну и все, можно считать, что тур мы этот завершили. Хорошая работа, мы пришли первыми. Понятно, да? Хотя можно было, по-моему, даже третьим приходить. И он бы по очкам меня не достал. Ну ладно. Золотая награда, 15 тысяч кредитов. Разблокирована награда Lexus 2010 LFA. Вот на нем мы сейчас, наверное, и пойдем. Он что, заднеприводный? Ну, блин, ладно. Подожди, следующая серия. Почему следующая серия? А показательный заезд. Дзука. Слушай, ну мы только что по ней откатили. Ну, понятно, что на другой машине. Блин, мы сейчас еще и на Lexus поедем. Так, ускорение 5.1, скорость 6.1. Больше ничего не поменялось. Мы из класса А переходим в класс S. У нас мощность 701. Блин, мне кажется, я сейчас на ней страдану. Мощная тачка. Мощная тачка. Так, а по шинам у нас там что? Сузука знаменита своими перепадами высот, скоростными прямыми и наличиями практически всех типов поворотов. Во время гонки по этой трассе очень важно постоянно поддерживать высокую трассу. Скорость. Так, топливо. Топливо у нас уличные шины стоят, основной заезд 2 круга. Поэтому мы 35 возьмем топливо. У нас же сейчас... Практика? Да, у нас сейчас практика. Ну, просто надо почувствовать машину.
Блин, ну сносы небольшие есть. Ну пока я не могу понять. Ферка. И она мне, блин, мешает. Так, облажался, блин. Не захотел я его убить, поэтому оттормаживался. Понятно, что круг я сейчас не поставлю. Нет, блин, даже несмотря на это. Удалось собрать круг. Так, ну ладно. Сбил машинку немного. Об Феррари. Лексус об Феррари ударил, понимаешь? Ну также вместо шестого я буду стартовать. Я почему-то думаю, что здесь соперники будут быстрее. Они на спортивных шинах водят. А мне не дают ничего поменять. Ладно. Первый там Астон Мартин стоит. Так, почему старт схода? Это не я, он сам в меня. Блин, два Астона не могут проехать.
А ну как вот. Может и заново начну. Ой, блин. Меня просто бесит, что оно не выпускает он меня на первой передаче, понимаешь, которая уже в отсечке, блин. Она перестала в повороты входить, ее теперь разворачивают еще на каждом повороте. Ну что такое? Ну я же только что на ней ехал тренировку, блин. Она просто не входит, понимаешь? Она вон скользит и все, ее выносит. Я не понимаю, как это работает. У меня еще штрафы, да, плюс? Нет, это не у меня, это у первого. Еще и ночь. Штрафы вот за то, что я со штраф, ой, с трассы вылетел. Еще на 0.4 надо его обогнать.
Ну и отличненько. Так, а что у нас лучший круг? Ну, блин, 2.21 у меня лучший круг. А у кого там еще? Вон, я смотрю, 2.30, да, у кого-то? Да, 2.30. Блин, на 9 секунд разница в темпе. Так, ну я на нее не буду ничего пока ставить там туда-сюда, улучшать ее как-то. Потому как. Ну а зачем? А, наверное, может, даже и не могу. Ну, скорее всего, даже машина не моя. Так, ладно. Что у нас там в основном? Что-то появилось, что ли? Это интересно, что ли? Блин, Лиман тут какая-то мощность прототипа. Дорожный тур, я думаю, это потом можно будет проходить. Скажем, здесь проходим. Так, значится, здесь мы все убили. Ну и начинаем легендарные маслокары. Блин, это тоже это будет жесть, мне кажется. Тур мощности. Гранд Уок. Не знаю, что за трасса. Так, ладно, мы все равно прокатимся, посмотрим. Время у нас еще есть. О. В 1960-х годах многие спорили, какой из 8-цилиндровых автомобилей лучше, Мустанг, Камара или Челленджер. 40 лет спустя GM и Dodge. Модернизировали Камара и Челленджер, чтобы снова разогнаться до предела и сразиться с Мустанг. Самое время разрешить данный спор и узнать. Тоже сразиться с Мустанг. Самое время узнать, кто же победит в напряженной схватке. Блин, тут такие классные тачки, но они американские, собака, они мощные, дурные. Ай-яй-яй. Вот так я бы это сказал, ай-яй-яй. Так, ну давай смотреть, что, собственно, у нас есть, блин, Ford Mustang, есть Dodge, есть Chevrolet. Ну, блин, выбор-то, конечно, он очевиден. Хотя, везде мы катаемся на этом Chevrolet. Давай возьмем Dodge. Почему нет? Возьмем Dodge. Ну, Ford Mustang тоже частенько на нем ездим. Давай Dodge возьмем. Давай Dodge возьмем и все. Она, конечно, тут самая слабая всех машин, но, блин. Я покупаю. Я покупаю Dodge. Так, у нас есть фирменные, обычные, особые. Вот я что-то даже не знаю. Ну давай какую-нибудь вот такую темненькую, но там она какая-то типа как перламутр какой-то будет, да? Да-да-да-да-да. Ну а почему нет? Пусть переливается. Так, что за трасса у нас? А, ну да, Гранд Уок у нас. Райсу. Блин, давай посмотрим, я хрен его знаю, я на ней не катался. Не, может быть и катался, конечно, ну, в смысле, даже может и здесь, в Орзе. Пока проходил, но я просто не. Я же не запоминаю.
Национальная трасса. Your final turn here at Grand Oak. Gambler will test. Gambler, последний поворот Grand Oak станет для вас испытанием. Если вы будете точны, вам не придется использовать тормоз перед вхождением в поворот. Да, ну ладно, блин. Тормоза и сейвы придумали трусы, да? Так, 25% топлива беру. Начинаем практику. Рейсвей. Ну, блин, должна быть трасса скоростная. Посмотрим сейчас. Блин, на газ тут встаешь и... Надо аккуратно, короче, с газом работать здесь. Она даже на третьей передаче я чувствую, когда устаешь на газ и ее жопу уносит. Но широкая трасса, это плюс, безусловно. Так, ну да, облажался. Ладно, заканчиваем тренировку. И проедем гоночку. Так, проедем гоночку. Сколько кругов на гонку у нас? 5 кругов. 5 кругов. Ну ладно, 5 так 5. Кто тут у нас? На Мустанге, да? На Мустанге. Мустанг мощнее, чем мой додж.
все, попал в замес, теперь писец. Сейчас они будут под меня все вставать. Пробная гонка, скажем так. Будем просто попробовать машину. Понять, как бы вообще, как она едет. Первая ей точно не нужна ни в каких поворотах. Блин, вот дебильный поворот вообще. Дебильный поворот. Да, рассчитывать что-то за счет позднего торможения на этой машине можно будет что-то выиграть, тоже не стоит, потому что она просто не тормозит. Поэтому... Ну, то есть вообще... Короче, если тут ошибся, то ты и вылетишь. Давай поедем, догоним лидера. Если ты ошибся, то ты, ну, блин, почти вылетел, но это же ошибка, ошибка. Короче, выводы тут просты. Машиной надо быть очень аккуратным. Машина ошибок не простит. Вот, трасса в принципе прикольная, хорошая, обгонная 100%. Если не допускать ошибки, то по ней можно ехать быстро.
Ну, как бы... Вот такие выводы. Понятно, что первого я уже не догоню. Так, ну и, блин, еще один любимый поворот. Короче, надо трассу запоминать. Есть вот здесь вот эти дурацкие повороты. Ну как дурацкие? Они так-то на самом деле не дурацкие, просто они, блин, они сложные прохождения. Надо запомнить их просто. Будет на это время, в следующий раз еще потренируюсь. Я имею в виду, когда уже следующий ролик будет, тоже начну его с тренировки, естественно. Еще надо будет эту трассу покатать. Вот так-то, по сути, два таких дебильных поворота. Есть все шансы вылететь. Вот следующий поворот, по-моему, такой же. Еще один, три получается. Три поворота дурацких, ладно. Заканчивать гонку, естественно, не буду, потому что, ну, смысл мне ее заканчивать. Я надеюсь, он ее не закончит, что я в питы зашел. Все-таки он ее закончил. Ну ладно, я ее сейчас перезапущу. Так, что у меня получается по темпу? У меня минута 33. Даже если брать... Ну, там, в принципе, да, смотри, минута 34. Минута 34, в принципе, темп. У меня минута 33. Вот, но это все из-за этих вот поворотов. Короче, повороты учу и катаемся. Кто на первом? На первом Форд, Мустанг. Три Форда, блин. Первое, второе, третье место. Дальше Шевроле. Камара. Опять потом идет у нас Форд. Опять Шевроле. Только на десятом Додж. Понятно. Ну ладно. Блин, он даст мне перезапустить или нет? Так, давай Мустан. Опять же автоматно все делаем. Блин, вы что гоните? Я хочу ту. Мне не надо следующее событие. Блин, собака, он мне засчитал, что ли, одну? Да.
как перезапустить? Серию можно? Ладно. Это как нужно, наверное, я буду делать на записи. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока. До новых встреч.